Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль. Вот у нас Opel Astraj 2010 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1,6 литра на механической коробке передач. Также у автомобиля всего лишь три владельца, кузов весь в родной краске. Чистенький ухоженный салон, приятная комплектация, хорошее техническое состояние автомобиля. Теперь давайте переместимся в салон, посмотрим состояние салона и заодно я вам расскажу про комплектацию. Значит, у нас с вами здесь чистенький ухоженный салон, сиденья, карты, дверей, все в хорошем состоянии. Спереди у нас с вами такой же приятный салон, сиденье, карта дверей, панель, водительская дверь. Состояние салона хорошее. Так, давайте пробежимся по комплектации. Как видите, у нас с вами имеется мультируль, передние стеклоподъемники, управление световыми приборами. Механика у нас с вами идет пятиступенчатая. Отопитель салона с кондиционером. В данный момент автомобиль заведен, кондиционер включен, исправно работает, идет холодный воздух. Так, чуть повыше у нас идет штатная аудиосистема, информационное окно по штатной аудиосистеме. В комплекте два ключа автозапуск. В принципе, тут я вам все рассказал. Кстати, есть кнопка открывания багажника. И у нас с вами сейчас заведен автомобиль, ровненько работает мотор. Пробег на автомобиле составляет 147 тысяч километров. Так что вот такой вот хорошенький Opel на ваших экранах. Машина у нас в наличии. Приезжайте к нам на осмотр. Вместе с вами мы сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся. Если вам все понравится, эту машину вы сможете у нас приобрести по системе Трейдин в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.